Украинской антарктической станции исполнилось в этом году 20 лет. Это если считать вот начало подъема флага, украинского флага в Антарктике, событие, которое состоялось 6 февраля 1996 года. Володимир Бахмутов, доктор геологічних наук, завідувач відділом Інституту геофізики Національної академії наук України. 1995 року, як знаний фахівець-геофізик, був серед тих, хто приймав від Великої Британії антарктичну станцію «Фарадей». Відтоді вона носить ім'я академіка Вернадського. У 1997-2013 роках у складі геофізичних загонів 8 експедицій досліджував Антарктику. Автор понад 150 наукових праць. За мужність і професіоналізм, виявлені в екстремальних умовах, нагороджений орденом «За мужність» 3-го ступеню. Украинский антарктический центр на своем сайте выкладывает объявление о желающих принять участие в украинской антарктической экспедиции, в котором там перечислены определенные требования. Ну, требования — это, если это человек из научно-технического состава, он должен представлять какую-то организацию, быть командированным, либо он должен быть известный как специалист, уже себя зарекомендовавший. Но из инженерно-технического состава — это дизелист, системный механик, механики. Ну, это люди, которые должны тоже обладать соответствующим опытом, знаниями, и, ну, быть оптимистами, энтузиастами своего дела, ну, и хотеть работать, иметь желание работать в таких условиях, в антарктических условиях. Такие люди обычно, ну, находятся, и не один, не два, а больше. Они готовят соответствующие пакеты документов, потом проходят одну комиссию, вторую. Если они удовлетворяют предъявляемым требованиям, выделяются, на последнем этапе выделяются потенциальные кандидаты, которые проходят медицинский осмотр, которые проходят подготовку, ну, скажем, в полузамкнутом пространстве, притираясь друг к другу, то есть чисто психологические моменты, которые уже объявляются, что вы готовьтесь, через там месяц вы поедете на зимовку, на год зимовать. Так происходит отбор. Каждая экспедиция, наверное, она все-таки корректирует какой-то свой распорядок дня, но обычно придерживает стандартного распорядка, скажем так, который был еще заведен как-то и при британцах. Значит, подъем. Время подъема как такового нет. Завтрак. Завтрака как такового тоже нет. В 12:30 обед. То есть повар встает, когда ему нужно, печет хлеб, готовит все, он обед нам готовит. В 12:30 мы обедаем. И ужин. Примерно в 6:30 повар тоже нам готовит, и вот у нас есть ужин. Потому что все службы работают, у каждого есть свои функции, естественно. Кто-то есть сова, кто-то есть жаворонок. Поэтому вставать, например, какую-то объявлять подъем, ну, особого смысла нет.
Кроме того, когда каждый просыпается, всегда есть в холодильнике еда, что-то готово. Он идет, просто делает себе сам завтрак. Ну, это может быть или тостики какие-то, или яичницу, или кашу какую-то. Кто что хочет. У повара очень непростая задача, потому что продукты фактически... Продукты завозятся туда раз в год. Ну, например, ну, завезли, например, там, пусть это будет там, 500 килограмм или тонна капусты. Поэтому объявляется, ну, скажем, день капусты, когда вся станция становится и шинкует эту капусту и засаливает. Значит, вот таким образом. Проблемы наступают обычно уже где-то в сентябре, в октябре месяце. К этому времени обычно заканчиваются такие необходимые ингредиенты, как лук, чеснок, недостаток вот витаминов. Ну, он, скажем, ощущается, принимаем какие-то определенные, можем таблетки принимать, или там, что нам доктор дает, и ждем первых кораблей. Когда приходит, уже есть возможность прийти в этот район первым кораблям, а это обычно туристические корабли, мы уже знаем, кто к нам хочет зайти, все. Ну и мы говорим, пожалуйста, welcome на нашу станцию, но, пожалуйста, мы нуждаемся в свежих овощах, свежих фруктах. И никто никогда нам не отказывает. И вот где-то уже с декабря месяца у нас есть возможность получать уже новые овощи, фрукты, витамины. На станции только один человек имеет выходной день, воскресенье. Это повар. Каждый из зимовщиков по очереди он заступает на дежурство на кухню, то есть готовит еду. Процесс приготовления пищи, он начинается с процесса приготовления хлеба. Ну, я думаю, что не все люди, которые туда попадают на станцию, а я уверен, что большинство, они в своей жизни не пекли хлеб. То есть нужно что сделать? Тесто раскатать, все туда добавить, сделать все. Ну, и дальше, значит, готовят определенное блюдо. Один из основных праздников – это праздник Midwinter, середина зимы. Это в ночь с 21 на 22 июня. Он отмечается очень торжественно. К нему все готовятся. Можно по-разному готовиться, но у нас, например, даже вплоть до того, что, готовясь к этому празднику, каждый в своем офисе может что-то сделать, ну, на уровне даже приготовления каких-то там блюд или сладостей, или еще чего-то, и приглашать, например, в свой офис, посетить его, например, там, ну, вот Midwinter, посетить его в какое-то время, пожалуйста, приходите. На Midwinter еще что, чем замечательно, это купание. С удовольствием все это делают, даже те, кто впервые становится вот таким вот моржом. Температура минус 1, минус 1,5 градуса, то есть это все холодно, на улице тоже не жарко. Но, тем не менее, все выдерживают, и не было еще случаев, чтобы кто-то после этого заболел. Купайтесь в Антарктиде, будете всегда здоровы. Проблемы наступают, когда команда зимует, и вот наступает весна, и начинают появляться корабли. С кораблями могут зайти посетители с кораблей, там туристы какие-то или экипажи, все. А так как станция несколько месяцев изолирована, абсолютно там ничего нет, иммунитет снижается. И вот малейшая инфекция, которая заносится, она себя очень хорошо там чувствует, и сразу начинаются проблемы и с горлом, и с носом. И вот это вот, что называется ОРЗ, острые респиративные заболевания, но они, к сожалению, ну, бывают, и вот болеют полярники. Этот бар тоже имеет свою историю, ну, его так называют бар, мы его называем, если официально мы его называем, комната отдыха. Ну и потом атмосфера там всегда очень гостеприимная. И мы стараемся тоже всегда поддерживать эту атмосферу. Здравствуй, что требует станция Вернадский? КЭП нас приглашает. Туристы, скажем так, может и не туристы, туда же приезжают и научные сюда, и кто посещает станцию. Спасибо. Ну, они нам говорят, потому что кто бывал уже в разных районах Антарктиды, на разных станциях, они говорят, что вот этот бар Фарадей, он является лучшим в Антарктике. Поэтому, ну, так считается, это идет молва, ну,
и, наверное, посредством массовой информации, по интернету и друг с другом. Поэтому многие, когда впервые попадают на станцию, сразу спрашивают, а где ваш бар? Континент сам по себе уникальный, природа там действительно уникальна. Ну, там все эти животные, они там, ну, скажем, не пуганные, и они к себе подпускают. Мы видим там и китов иногда, и касатки. Это все там есть тоже, приходят летом. То есть морское разнообразие. Принимают участие биологи в экспедициях, которые ныряют, погружаются в эту холодную воду. И есть прекрасные фотографии, насколько там богатый подводный мир. Многие полярники, мы договариваемся заранее, они просто осуществляют прогулки, вылазки, так сказать, за пределы станции. Не только с точки зрения там, проведения каких-то научных исследований, но также просто пойти расслабиться, там, на лыжах прогуляться или там, пойти на какие-то соседние острова. То есть это тоже, ну, скажем, не запрещается. Можно даже сказать, что с точки зрения психологии это даже и где-то поддерживается, потому что нагрузка накапливается, замкнутое пространство, несколько месяцев, без солнца. Это тоже, ну, не просто.